29-летний житель Вязьмы в 2015 году организовал в Гагарине группу для сбыта наркотиков, таких как мефедрон и другие производные спайса. Покупатели приобретали наркотики бесконтактным способом через закладки. Адреса и места узнавали через СМС-сообщения. Деньги продавцы получали на мобильные номера, зарегистрированные на подставных лиц. В результате обвиняемый за сбыт наркотиков в общей сложности получил средства в сумме около 2 миллионов. Установлена причастность обвиняемых к 12 фактам преступлений. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Смоленской области провели кропотливую работу по сбору доказательств причастности обвиняемых к совершению данных преступлений. Полицейскими установлена их причастность к 12 фактам преступной деятельности. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.